Привет всем! С вами Берри здесь, в России. Но сегодня у нас есть так интересно ролик в нашем канале. Обзор первый раз на русском языке. Я надеюсь, что вы понимаете меня больше всего. Я говорю с ошибками, с сильным акцентом. Но я надеюсь, вы понимаете меня. Напишите, пожалуйста, если это видео полезно или нет. Напишите мне на русском или на английском. Но сейчас погнали на почту. Я ждал его так долго, 10 месяцев. Но, слава богу, у меня есть самый эффективный вертолет не только в России, но и весь мир. К-52 Alligator. Ну, давай, открою. Коробка профессиональная. Тоже очень сильная коробка. Это важно, конечно. Ну что у нас есть? Я заказал вертолет и много дополнений тоже. У нас есть инструкции, декали, маски, другой декали, дополнение от Quinta, фигуры, пушка, корпус, вертолет, 3D распечатал и смола, инструкции профессиональные, много информации на тексте. Декали хорошие. Что у нас нет? У нас нет схема покраска. Я вам покажу детали. Детали замечательные. Корпус легко. Детали кабина, крышки. Еще деталь. Кабин. Полостями. Сами тонкие детали. Я так боюсь. Прозрачный деталь из смола и НН, по-моему. Другой прозрачный окна кабина. Из на английском vacuum form. Детали пушка 30 миллиметров или 25, я не уверен. Если вы купите этот вертолет, это без оружия. Я купил выгрызы и игла. Стоит недорого, по-моему, 500, по-моему.
Дупление. Отлично. У меня без слов. Самый тонкий деталь. Три дедикали от Квинта. Замечательное, как всегда. Это дополнение от Квинта. Детали для кресла. И другой деталь для окна. Explosive window material. Дополнение, пушка. 30 мм пушка. И что я думаю об этом? Мой обзор. Как? Во-первых, я советую, вам нужен опыт. Много опыта собрать модели из смола. Это неудобно. Неудобно для меня. Я предпочитаю модели из пластика, но слава богу, наконец у нас есть Vitilot K52. Спасибо большое, Арма. Инструкции нормально, но почему у нас нет скин покраска? Это важно, да? Но я знаю, что делать. По интернету я знаю, что делать. Прозрачный деталь, тонкий и чистый. Самое важное, конечно. Но у нас только один. Почему у нас нет два? Да, это очень дешево. И если я делал ошибку, я боюсь, да. Интересно для меня, что у нас нет фотоуправления. Все детали из смола тоже этот очень тонкий, маленький сетки. Макет есть плюсы и минусы, да? Большой плюс это К52. Минусы я уже сказал. Из смола, да? Я очень хочу этот вертолет от Звезда из пластика, пожалуйста. Но это мой следующий проект. Поживем, мой видом. Спасибо за внимание.